Всем привет! На ремонте стиральная машина Indesit на 5 кг. Жалуются, не греет. Машинка стоит в реабилитационном центре. Работает здесь круглосуточно. Первым делом, на что советую обратить внимание, прежде чем ее разбирать и тестировать, это на селектор выбора температуры. Бывает, приходишь, стоит на снежинке, естественно, если температура не выставлена, будет стирать в холодной воде. Ну, в данном случае температура была выставлена. Сейчас сниму заднюю стенку и первым делом посмотрю в район нагревателя. Машинка проходит стирку, но стирает в холодной воде, воду не греет. Перед тем, как сюда ехать, я попросил людей кинуть сливной шланг в ведро и поставить программу на 60 градусов на синтетику. После первого слива машинка слила холодную воду, то есть она 100% не греет, но, говорю же, ошибок не выдает. Отключаем ее из розетки обязательно. Разворачиваем таким образом, чтобы у нас был доступ к задней стенке. Ну, хорошо, посмотрим сейчас. Ага, все потестируем. Как я и предполагал, спала клемма тест. Вот видите, поэтому стиральная машина не греет. А она даже не спала, она оплавилась полностью. То есть нужно поменять клемму тена. Сейчас еще прозвоним сам тен, посмотрим, в каком он состоянии. Вот она прям отвалилась. И исходя из того, целый нагреватель или нет, будем принимать решение. Ну, скорее всего, здесь просто нужно переклепать клемму, все будет работать. Выставляем тестер в режим диодной прозвонки. Ага. Теперь в режим измерения мегаомов на 200 мегаом у меня максимально. Так, ну, на холодную ничего не показывает. Клемма здесь такая окисленная, подогревшая. Смотрите, тут такой нюанс, тут оплавилась клемма тена, да, она спала, вот. Оплавилась и спала? Ну, типа, отгрела. Я понял. Да, тен вот такой. Он по приборам, ну, по показаниям целый, то есть, что вам? А можешь клемму обратно прикрутить? Да, ну, просто отгрела, потому что вот непонятно, либо тен уже не выполняет свои функции нормально, либо... Ну, просто контакт был плохой, не знаю. Будем надеяться, что контакт. Все хорошо. Угу. Я думаю, все.
все будет работать. Тен менять не обязательно. Если еще раз подгорит, приедем, поменяем тен. Так, зачищаем клемму от ржавчины. Так, проверяем ее в таком разобранном состоянии. Ставим на программу спорт. Это 13-я программа. Нажимаем пуск. Пошел набор воды. Тестер выставляем в положение 750 вольт переменного тока. Включился нагреватель на плате, щелкнуло реле. Этот момент я не заснял, к сожалению. Вот потребление у нас идет. Это означает то, что нагреватель греет воду. Все, в принципе, все показал. Машинку отремонтировали. Было полезно. Ставь лайк, подписывайся на канал. Пока.